Эрика, где результаты по исследованию операции «Подарки с неба»? Они используют военные грузовые самолеты для доставки подарков и припасов на удаленные острова. У тебя тут закрытые базы, и все в красно-зеленом свете. Уверена, тут нечто большее. Тогда разузнай. Что у тебя за важное дело, что ты не приедешь домой к семье на Рождество? Понимаю, ты расстроен, но я не могу отказаться. Я нашла статью, которую ты искала. Что за майор у сладоглаз моих в шапочке Санты? Понятия не имею. Немного ли одежды для пляжа? Она тебе кажется маловато для военного. Я прибыла, чтобы понаблюдать и написать отчет, а не загорать и отведать местную еду. Мы у них на прицеле. Ты должен увести от нас пули. Капитан Эндрю Янц. Огромное эго. Но я с ним справлюсь. Благо, дверь была открыта. Думается, с таким эго я бы не зашел через окно. Эндрю просто невыносим, но самый честный из всех, кого ты встречала. Дай мне 24 часа. Я покажу, чем мы занимаемся. Потом можешь писать свой отчет. Мы доставляем лекарства, еду, игрушки и подарки почти 30 тысячам человек на 56 островов. Словно подарки прямиком от Санты. Я не стану умасливать конгрессвомана из-за твоего большого сердца и приятной улыбочки. Так ты заметила улыбку? Канун Рождества на другом конце света. Мы поможем тебе почувствовать себя как дома. Миледи, хотите потанцевать? А ты не так прост, как казался поначалу. Могу сказать то же самое про тебя. Применение военной техники для сброса подарков на Рождество неприемлемо. Мэм, тут все совершенно иначе. Если я чему-то и научился на этом острове, так это тому, что даже если ты не хочешь забывать про традиции, всегда найдется место для новых. Кажется, ты попала под влияние магии этого острова. Он мне напоминает о чем-то. Рождество. Такое, как должно быть. Берег просто прекрасен. Понимаю, о чем ты. Операция «Подарки с неба». У нас считается плохой приметой, если по приезде не посетил все местные пляжи. И девушки ведутся.